дорогие! Ну что, мы сегодня опять приперлись на лед. Фух, задыхались немножко. Хотели пройти все-таки туда дальше, в штаны, но вот здесь вот видите, где беленькое, там темное. Там все-таки слабый лед, поэтому мы пробрались сюда. Попробуем вот в этой канавке. Мы раньше ловили здесь рыбу, и было неплохо. Но, знаете, я говорю, Саш, ну пройдемся, все-таки, знаете, жир. Рыбалка – это жиросжигатель. Пройдешься километра 2-3 и чувствуешь, что сразу легче. Поэтому посмотрим. Может, даст Бог, сегодня будет немножко получше. Все, разматываю свои снасти, беру свой стул и начинаем ловить. Ну что, дело, как говорится, хреновенько. Нема вообще. Обходили, сколько мы прошли. Вот здесь что-то пиво пил. Такую территорию прошли, там мужчина тоже. Ну ничего нету. Сегодня воскресенье, нету воды, поэтому... Не шевелиться зовсім. Мы решили с Аней сейчас попить чайку. Да и будем, наверное, горячий с лимончиком. Давай по бутерброду еще съедим, Саш. Да и будем, вот там еще на выходе попробуем. Да и будем идти, потому что у меня сегодня очень хорошая мысль меня посетила. Я хочу приготовить вот с той курицы, что я вчера делала рулет. У меня остался кости. Я бульон выварю и сделаю вот такой вот супчик после Нового года, на 1 января, на похмелье. Легенькую лапшу домашнюю. Поэтому еще хочу сделать суп. Этот очень быстро готовится, чтобы, знаете, говорится, не скучать. Наверное, насыпной пирог, который тоже очень быстро готов. Ай, выпила чай. Смотрите, пока я с вами говорила, разлила чай, облила свои штаны. Сашуня, наливай еще. А, видишь, ведь нельзя два дела делать за один раз. Так, ой, как зато горячо, в ногу стало, потому что чай очень горячий. Так, ну что ж, все, давайте. Ну что, мы вышли уже со льда, попробовали еще в трех местах, толку нету, даже чай домой везем. Поэтому, что терять время, если рыба не клюет? Поедем домой, дома вот так, работы, есть что и приготовить, и что делать, поэтому едем домой. Да, Сашуль? Махани рукой. Саши нету настроения, потому что он даже клёво не видел. Видишь, не снимай меня, не везет ему. Так, ну все, мы едем. Мы уже дома, давно попили чай, допили чай, который у нас остался. И сейчас мы идем на кухню, потому что будем готовить суп, о котором я вам сегодня говорила. Прежде всего, я вам хочу сейчас показать, что я уже вчера вечером сварила вот бульон. Видите, вам видно? Вот бульон из тех костей, которые у меня остались с курицы. Я собирала пену, то есть бульон чистенький. Пока там еще есть кости, немножко мяска. Вы можете с кости снять мясо, чтобы не было. Но я оставлю кость, потому что мой муж любит, когда... В первом есть кости. Теперь нарезаем картошечку. Ну, опять-таки, если вы любите, чтобы у вас суп был очень густой, то по количеству выбирайте сами. Я взяла вот таких вот мяса там как такового нету, поэтому кости вытащатся, и получается, что суп у нас будет очень реденький. Поэтому я взяла, вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть картошек, вот таких средних, как куриное яйцо. Сейчас их нарежу. И отправлю в кипящий суп. То есть он у меня остыл, я сейчас поставила. Вот уже через буквально пару минут закипит суп. И в кипящий бросаю картошку. Так, пока ничего не солю, не перчу. Потому что я вам говорила, если вы хотите сделать чисто куриный суп, то все это в тарелке, чтобы не забить запах и вкус курицы. Но мы сегодня готовим домашнюю лапшу, поэтому... Пока не солим, не перчим, все это сделаем чуть попозже. Все, суп кипит, отправляю картошку. Картошку я дорезала, достала морковь, которая у нас замороженная. И пока закипает с картошкой, давайте поговорим. Я все-таки вам расскажу чуть-чуть, что почему мы вот положили в холодную воду. Вода будет, то есть, почему вы не должны ложить в холодную воду? Вода медленно нагревается, и витамин С, который есть в овощах, просто-напросто быстро разрушается. Во избежание этого их просто нужно, вот о чем я вам говорила, что все овощи необходимо отправлять только в кипящую воду или в кипящий бульон порциями. Самое главное, чтобы не сильно надолго останавливался процесс варки.
Я думаю, вы поняли. Значит, вы бросаете картошку, вот у вас кипит суп, бурно кипит, бульон, суп, вода. Вы бросили картошки такое количество, чтобы кипение не прекращалось. То есть, чтобы ваши ингредиенты, в данном случае картошка, не остудили основной бульон. Частями отправляем картошечку. Дальше. Если вы используете корнеплодные овощи, например, которые сильно красятся, то необходимо хотя бы чуть-чуть перед тем, как отправить их в жидкость, эти овощи обжарить. И самое главное то, что уже я 100 раз проверила, что если вы обжариваете овощи в большом количестве жира, то они лучше сохраняют свои витамины, чем овощи, обжаренные в маленьком количестве жира. То есть во фритюре быстро схватилась корочка на поверхности, и все, и вам не страшно, все витамины у вас остались внутри. Поэтому, пожалуйста, придерживайтесь этих вот прописных истин. Я буду вам рассказывать то, что знаю, не все сразу, потому что век живи, век учись, но все равно надо это знать. Я вам еще скажу, что некоторые вот пишут мне, что я когда варю там, то добавляю, в бульон, в жидкость, чтобы сохранить цвет овощей, добавляют пищевую соду. Это, я считаю, что это неправильно. И почему неправильно? Так как щелочная вода просто разрушает витамины, а нам нужно, чтобы наше кушание было полезным. Правильно? Поэтому не буду сильно вас сразу загружать, чтобы вы все запомнили. Так, это уже у меня кулечек порвался, поэтому... Видите, вот лед. Это, конечно, неправильно. Я сейчас его брошу к картошке, и сразу кипение прекратится. Ну, ничего страшного. Уже ладно. Сейчас я дожду, чтобы оно бурно там у нас кипело. И потом добавлю эту морковку. Так, ну что. Вроде бы такое самое необходимое, что касается этого супа, я сказала. Так, вроде бы все, да? И еще, никогда, вот если вы готовите суп, никогда не готовьте его там на 4-5 дней. Ну, это не борщ, просто мы привыкли, что борщ настаивается, он вкуснее. Дело в том, что когда вы подогреваете еду, то из овощей разрушаются все витамины, которые остались при варке еще, которые вам удалось сохранить, они просто-напросто разрушаются. Вот поэтому лучше готовить пищу только вот так, порционно, то есть хотя бы, чтобы один день кушать. Не надо наваривать на целую... Как говорится, на всю жизнь не наився, не налыжися. Так, вроде бы все. Все, отдохните от моей тарахторки. Пока у нас еще нету такого бурного кипения, я собрала после картошки пену. И чтобы не терять время, я сейчас нарежу лучок, потому что мы все-таки будем делать такую зажарочку. И чуть-чуть морковки мы отправим прямо в картошке, то есть в кипящий бульон, а чуть-чуть просто на сковородочке вместе с лучком обжарим. Лук ничего страшного и такого, знаете, сложного нету. Просто меленько нарезаем луковичку. Понятно, что можно все набросать в кастрюлю, пусть варится, и ой, да какая разница, все равно суп есть суп. Нет, мы стараемся, чтобы в каждом продукте, особенно зимой, сохранились витамины. Потому что организм страдает, нехватка витаминов. И если мы просто будем относиться к продуктам, которые у нас уже есть, так, сяк, ляк, сяк, поэтому не надо. Мы готовим для себя. Вот смотрите. Вы покушали, например, где-то в столовой, в кафе, ну так, да, и в ресторане. И через 2 часа опять хочется есть. Потому что вы же понимаете, что никто там за этим не следит. Если там кастрюля, извините меня, ну в ресторане то нет, там как обычно с ножа готовят, хорошие рестораны. А кафе, вот эти всевозможные, потом фастфуды, там все готовят с ночи, вот такими кастрюляками. Поэтому какие там витамины? Вы поели, и через 20 минут вам опять хочется кушать. Вот причина в чем. Ну, я же говорю, что я потихонечку, вот мы будем готовить супы, я буду вам открывать секреты относительно супов. Будем работать с мукой, я буду вам рассказывать секреты о муке. Те, которые я знаю, потому что я очень рада, когда вы мне пишете и говорите, а вот я считаю, что так. Да, спасибо вам большое, я это все учитываю, мне интересно знать ваше мнение. Так, все, ждем, пока мисс у нас... Да нет, не ждем. Сейчас я ставлю сковородочку и буду обжаривать, делать зажарку на сливочном масле. И буквально капочку, маленькую капочку растительного масла, чтобы сливочное не горело. Все. Я взяла вот сковородочку. Сейчас отрежу сюда кусочек масла. Не надо много. У нас куриный бульон, он там, собственно, такой, знаете, средней жирности, потому что
Хотя на похмелье и надо немножко пожирнее. И столовую ложку, вот, ой, господи, видите, растительного масла я налила. Все, ставлю на огонь. Він уже дав 3000 їй, слышишь, вона сказала, що вечером з Полтави троє за другу. Він уже дав 3000 їй залогу. Ну, цей, що продав. Вона каже, що хоче подивитися, кажу, хай привози куртки, потім будемо розговорювати. Слышиш, 15 тисяч – це розводняк, це просто розводняк. За скільки ж вона їх продасть? 3,5, оце правдоподобне, я в це повірю. Все остальне – це бред. Сейчас мы приготовим лапши. Я рассказываю вам сейчас, чтобы получилось 100 граммов лапши. Но вы там уже увеличиваете. Хорошо готовить такую лапшу домашнюю, посушить ее в пакетик. И можно, как макароны вы вот, покупаете, бросаете там паутинку, вермишельку в суп. Так точно можно использовать эту лапшу домашнюю. То есть можно заготовить впрок. Но сейчас мы готовим, у нас получится 100 граммов лапши. Выход. Значит, беру одно яйцо. Выбиваю в миску. Ой, упала. Упала. Так, миску. И сюда сейчас наливаю 20 граммов, это столовая ложка растительного масла. Ни соли, ни воды, ничего у нас нету. Перемешиваем. Еще, конечно, очень хорошо можно взять только желтки. В общей массе должно у вас получиться 40 граммов яйца. Так, и теперь добавляем муку. По рецепту на такое количество жидких ингредиентов вы должны взять 120 граммов муки. Но сейчас я буду вот сыпать сюда 120 граммов. Вы запомнили? Так. Я вообще лапшу готовлю на глаз. Но чтобы рассказать это, нужно, естественно, все продемонстрировать. Так, перемешиваем. Не переживайте, хватит этой лапши на суп, дай Боже. Так. Опять-таки по муке. Вы наберите себе граммов 300 муки и смотрите. Можете 200, но если по рецепту 120, это я почему знаю точное количество ингредиентов, потому что когда я работала в ресторане, я готовила эту лапшу, я ее делала... О, кто-то звонит, Господи Боже мой. Ну все, все. Я ее готовила, как говорится, на глаз, но там же нужна была калькуляция, поэтому все я взвешивала, и получился вот такой вот результат. Так, сейчас мы должны так хорошенечко все соскоблить. Видите, муки немного. Так, теперь присыпаем стол. Мука на столе должно быть много муки, потому что будем раскатывать. И потом, если вы думаете сушить, то вам нужно будет обязательно мукой пересыпать хорошо, чтобы она вас не слипалась. Сушить лапшу в духовке 50 градусов, включаете обдув, и она сушится. То есть, чтобы она у вас немножечко как бы заветрилась. Одним слоем на противень выкладываете и сушите. Это если вы хотите лапшу сделать впрок. Так, сейчас мы очищаем. Так. И начинаем замешивать. Будем добавлять муку, будем смотреть. Тесто должно быть у нас быть очень-очень тугим. Здесь никакой мягкости теста не должно быть. Видите, добавляем еще муку. То, что я вам и говорила. Разная мука, может 120, как по рецепту, может пойти 200 граммов, поэтому насейтесь, вернее, наберите и просеивайте прямо так муку. Так, вмешиваем муку. На медленном огне у нас там все варится. Так, сейчас я посмотрю, да. Сильно кипеть не надо, чтобы оно кипело. Мы сейчас должны быстренько успеть сделать лапшу,
до той поры, пока у нас сварится картошка. Зажарку я уже сделала, но не добавляла. Я вам все это буду показывать. Сейчас мы должны замесить крутое, густое тесто. Все, чтобы я вас не утомляла, я сейчас замешиваю хорошее, крутое тесто. То есть вы должны минут хотя бы 7 его вот так вот вымесить, по столу протянуть. Вот видите, так протянуть. Ничего, оно все соберется в ком. Это для того, чтобы потом было легко его раскатывать. И у вас была возможность тоненько его нарезать. Все, я вымешиваю, не утомляю вас. Смотрите, я вымесила, уже муку не добавляю, и в то же время уже тесто у меня не хватается к столу. Однородное, густое, очень густое тесто на лапшу. Такое оно и должно быть. Так, все, вымесила. Вот такой шарик получился у меня небольшой, вот такой. Но здесь, вот в общей сложности, я же говорю, получится, если мы уже высушим лапшу, в сухом виде будет 100 граммов лапши. Так, теперь беру скалку. Чтобы не было трудно, я разрежу этот кусочек на две части. Смотрите, какое тесто, видите? Смотрите, видите? Такое пористое. Так. Разрежу на две части, это для того, чтобы легче было мне катать. И начинаю раскатывать. Обычно чуть-чуть подпыляю мукой, потому что сама лапша у нас должна быть в муке. Так, и теперь пальчиками скалку тоже в эту и начинаем раскатывать. Раскатываем очень-очень тонко, потому что мы будем делать... Вы можете делать и потолще, опять-таки, это все от вашего личного вкуса. Но я люблю, когда тоненько нарезано, вот она похожа чем-то на паутинку. Все, я раскатываю, видите, я не жалею муки, потому что лапшичка у нас будет вся в муке, чтобы она не обветривалась снаружи. Все, я раскатываю, и мы сейчас с вами дальше продолжим. Смотрите, я раскатала тоненько. Вот клеенку видно, видно квадратики. Вам, ну, может, тут не такой угол. Смотрите, тоненько-тоненько раскатала, не рвется. Чуть-чуть, конечно, тяжеловато катать, но все нормально. Так, теперь, смотрите, я беру и присыпаю мукой. Вы можете нарезать полосками и потом... А я сейчас сверну рулетиком. Так, вот так. И сворачиваем плотненько вот так рулет. Делаем ролл такой. Вот, все, начало сделано и пошло. Так, пошло, пошло, пошло. Ничего страшного, что здесь немножко неровно. Так, дальше насыпаем муки на стол. Так, хорошенько, муки не жалейте. Беру дощечку. Так, сейчас беру ножичек хороший, не маленький. И начинаю нарезать. Я нарезаю так, тоненько, 2 миллиметра шириной, чтобы была лапшичка. Вы можете сделать пошире. Это ваш вкус. Смотрите, видите, какая лапшичка получается? Вам видно? Вот такая. И сразу муку. И пошли дальше нарезать. То есть по желанию. Вы можете сантиметровую, вы можете пол. Как вам нравится. Мне нравится такая тоненькая, поэтому я нарезаю такую тоненькую. Вот, видите, и сразу так вот развязывать. Видите, вот какие получаются длинные. Вот, видите, какие длинненькие. Все. И вот так в муке хорошенечко, потому что мы тоже, наверное, немножечко просушим ее в духовке. Все, нарезаете. Ой. И вот так вот пальчиками просто разбираете. Вот видите, одного рулона вам хватит на эту кастрюльку. А тесто у нас есть. Значит, мы можем сделать второй рулончик просто-напросто на заготовку. Это наподобие будет у нас паутинки. Только бросил и сразу вынимаешь. Если вы хотите, чтобы
Дело в том, что лапшу по правилам варят бульон, варят саму основу, потом отдельно, в отдельной кастрюле варят лапшичку, выкладывают в тарелочку в глубокую, заливают этим бульоном и все, и готово. Ну тогда лапшичка должна у вас быть более широкая. Поэтому опять-таки говорю, что вы выбирайте сами, какую вам нужно сделать. Но я вам скажу, что если это... Лапша будет подаваться рано утром, не рано утром, а 1 января, как я говорю, на похмелушечку, то, естественно, нужно, чтобы лапша была такая тоненькая, потому что жевать тогда не хочется. Но лапша, лапша, я вам даю классику сейчас лапши, но вы можете еще приготовить суп с лапши и с солененьким консервированным огурчиком. Ох, как оно хорошо! Как правильно сказать, что, ну, короче, приводит в чувство, если 31 числа немножко перебрал. Так, вот такая лапша у нас получилась, видите, вот мы ее, ничего она не рвется, ничего, вот я ее переворачиваю. Так, теперь я беру противень, и на противень просто-напросто высыпаю эту лапшу, чтобы она у нас подсыхала. Вытаскиваем лапшу, я поставлю, пусть еще сушится, а эту достаю. Смотрите, видите, какая она, вот она подсохла, она не горячая, просто 50 градусов, это так, знаете, как на улице можно сушить. Так, и теперь покажу вам, что же у меня здесь творится в кастрюле, чтобы вы видели. Сейчас, одну секундочку. Беру этот, ой, тепленький он, не бойтесь, не горячий. Так, смотрите, я собрала, кипит уже. Эту пену можно не собирать, это уже так просто-напросто уже. Так, смотрите, у меня здесь кусочки кости. Ну, там есть на них мяско. Я не выбираю. Я уже сказала, что мой муж любит мясо на кости. Вы можете просто-напросто обобрать мяско и добавить сюда. Все, у нас кипит. И добавляем сюда нашу лапшу. Вот так вот, как бы присаливая. Не бойтесь, что попадет мука. От этой муки суп станет у нас еще гуще. А мы помним, что мы сейчас готовим лапшу для зачем? Да, чтобы наши мужчины, да и мы сами пришли в норму. Так, перемешиваем. Вот смотрите, я бы сказала, что густота нормальная. Дело в том, что сейчас закипит и сразу отключаем. Лапшичечка очень тоненькая, не надо долго ее варить. Все, так. Пусть закипает. Сейчас я добавлю сюда, как закипит, чтобы не выбрать потом ложкой, перца черного. Посолила я. То есть вы тоже по соли попробуйте. А эта лапшичка вот немножко осталась. Пусть она досыхает. И я ее потом соберу в бумажный пакет. Все, пусть она сохнет. Даже можно ее оставить здесь на плите. Ничего с ней не будет. Так, суп закипает. Буквально 2 минуты и мы отключаем. Сейчас я беру перец. Вот видно хорошо. Я добавляю перец черный. Немного, где-то на кончике чайной ложечки. Перемешиваю. Видите, какая красивая лапша получается. Видите? Можно добавить зелень. Но я сейчас вам покажу, как обычно я подаю этот суп. Но опять-таки, когда болит голова у моего мужа. Я сейчас возьму солененькие, ну, огурцы маринованные, которые я делала на зиму, и покажу, что я с ними буду делать и как я подаю этот суп. Вы самое главное запомните, сейчас закипело, буквально 2 минуты на медленном кипении, накрываем крышкой и выключаем. Все, суп наш готов. Сейчас будем делать презентацию. Саша достал баночку огурцов. Это огурцы, в этом я делала, скажите, с добавлением кетчупа. Такие они, видите, красненькие немножко. Так, сейчас я их открою супер ключом. Если удастся, конечно, я люблю этот ключ. Раньше он так хорошо открывал, а сейчас, вы видите, какой-то носик. Но я думаю, что это крышка неправильно. Так, открываем. Пшикнула. Значит, все нормально. Так, видите, вот не влазила, я надрезала огурец. Но
Не буду останавливаться на этом рецепте огурцов, это не так важно. Мы с вами будем, если дай бог доживем, будем с вами консервировать, и тогда я вам буду рассказывать все рецепты. Видите, что получается на горлышке? Я всегда так обтираю, потому что потом накрою крышкой капроновой, горлышко должно быть чистенькое. Так, теперь достаю огурчиков. Ну, я сейчас вам покажу. Ой, какие они тверденькие. А ну, маринад какой. Ой, вкусно, 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 вкусно. Так, капроновой крышечкой это прикрываем. Так, и сейчас я буду нарезать огурцы. Вот я взяла на одну порцию два таких маленьких огурчика. Я нарезала огурчики мелко, чтобы, знаете, не подавился ваш мужчина, когда у него будет очень голова болеть. Так, отправляем их в мисочку. С огурцами можно нарезать зелени. Я могу сейчас нарезать, вот тут у меня есть кинза, я очень хорошо отношусь к кинзе. Ну и у нас все любят кинзу, поэтому чуть-чуть сейчас кинзы я подрежу. Так, одну секунду вытру, чтобы чистенько было. Вы можете добавить укроп, вы можете добавить петрушку, вы можете добавить все, можете добавить, что у вас есть. Есть! Меленько порезали. Ой, какой аромат вообще просто. Так. Чуть-чуть сюда и чуть-чуть оставьте. Так. Теперь беру половник и насыпаю сам суп. Ну, я думаю, вам показывать не надо, как я буду насыпать его. Лапшу я насыпала. Сверху присыпаю еще зеленью. Все, суп готов. Смотрите, как и лапша у нас, и огурчики. И вот крылышко попалось куриное. Вот как выглядит этот суп. И поверьте, что это очень вкусно. Огурчик даст кислинку. Но вы можете без огурца. Это ваше личное желание. Но я просто специально сегодня приготовила суп для 1 января. Давайте попробуем. Супер. У меня здесь с бодряющим таким элементом кинза выступает. Но я вам скажу сейчас одну хитрость. Вы можете добавить в мисочку или даже в кастрюльку проварить буквально вот такой кусочек имбиря. Натрите и отправьте его в суп. Это будет что-то. Это будет нечто. Так, вот такой суп получился. Такой суп у нас получился. Вы видите, что у нас его, повторяюсь уже, его получается много. Целая вот такая вот у нас кастрюлька вот. Наверное, да, ну здесь двухлитровая она. Поэтому для гостей будет достаточно. Ну что, суп мы с вами приготовили. Сегодня неудачно сходили на рыбалку. Ничего страшного, зато калории у нас сожглись. И немножко для здоровья это полезно. И мы приготовили такой антипохмельный суп. Я думаю, что он вам понравится. Готовится очень быстро. Все можете приготовить заранее. Даже сварить бульон. Вылить его в полиэтиленовый пакет, чтобы он остыл, естественно, и в морозилку. Потом достаете 1 числа. Все набросали в кастрюлю. Добавили водички. Все. Лапшичка уже готовая. Сварили. И вот такой супер-пупер суп. Все, я с вами прощаюсь. Я желаю вам здоровья, самое главное. Чтобы у вас, если было похмелье, то только не тяжелое. Ну и что? Смотрите мои видео. Я вас люблю. До новых встреч!